Эрудиты ведущие кулинарного шоу Борис Бурда сегодня в Харькове выступает в качестве ведущего Брейн Ринга. Его для студентов и старшеклассников города организовала школа европейских студий. Бурда объездил весь мир, говорит, если сравнивать украинских студентов с европейскими, то особого отличия нет. Все бы относились друг к другу лучше, если бы не политики, которые нередко манипулируют сознанием людей. Чтобы этого избежать, маэстро рекомендует больше общаться, изучать историю разных стран. Связи наши тесны, соседство близко. Роль достаточно велика, и все наши ошибки и заблуждения по поводу этих стран связаны всегда с тем, что мы их недостаточно знаем. Сам Бурда сейчас занят новым проектом, но название его пока держит в секрете. Телевизионного шоу нет, но я веду несколько рубрик в различных изданиях, и российских, и украинских. Очень часто выступаю по приглашениям среди любителей авторской песни, интеллектуальных игр. Вот совсем недавно выступал аж в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах. В общем, дел у меня хватает. Брейн-линг в Харькове прошел динамично и весело. Ответы хотя и были с ошибками, но это, по словам самих студентов, только взбодрило их. Теперь хочется еще больше узнать и о Европе, и об Украине, говорят юные интеллектуалы. И такое настроение молодежи очень порадовало организаторов игры. Ідея – це в такій ігровій формі дати їм можливість поспілкуватися, відповісти на питання про Європейський Союз, європейську інтеграцію. Записався на цю школу, тому що мені саме цікаво і право Європейського Союзу, и то, как живут в Европе. Вот на сегодняшней игре, я надеюсь, что будет интересная игра, поскольку тут собрались участники из университетов, из школ. Померимся силами. Школа европейских студий начала свою работу чуть больше года назад. За это время провели уже 8 сессий в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Львове и вот сегодня в Харькове. Главное, по словам организаторов, дать молодежи качественную информацию о Евросоюзе, рассеять мифы и вместе найти ответ на вопрос, как построить Европу в Украине. Наталья Кириченко, Владимир Ворох, агентство телевидения «Новости».